Многие дети еще ни разу не видели своих родителей такими. В образе любимых мультперсонажей взрослые развлекают детей на одной из главных площадок города. На репетиции и подготовку шоу не было всего пару дней, но результат можно увидеть по десяткам детских улыбок. Мама Максима Калинина Ирина выступает на сцене в образе Маши из популярного мультфильма. Мальчик заранее знал, что в этом костюме не просто актриса. За пару дней до праздника в доме он нашел улики. Моя мама была Машкой. Я видел Машкин костюм у мамы. Да заметил лицо. Ирина Калинина последний раз выходила на сцену в школьные годы, но, вдохновившись детским праздником, решила вновь попробовать свои силы в актерском мастерстве. Уверена, это отличный подарок для любого ребенка. Любому ребенку будет приятно увидеть, пусть хотя бы немножко какое-то безумное непрофессиональное шоу какое-то, тем более наши дети тоже присутствуют. И как бы хочется, чтобы хотя бы таким образом в таких небольших праздниках дети гордились и говорили: «О, это мой папа там, или это моя мама». Творчество работе не помеха. Инициативные сотрудники СДС «Энерго» ради подготовки праздника готовы задерживаться и после окончания трудового дня. Опыт в постановке детских спектаклей у них уже есть. На городские площадки выходят во второй раз. Мы это делаем всегда своими руками, никого не приглашаем, поэтому все, что мы сегодня видим, это полностью творчество работников нашей компании, которое направлено вот на позитив, на наших детишек. В спектакле задействовано порядка 15 человек. Сценарий энергетики писали сами. Каждый внес свою лепту. Именно поэтому он получился таким необычным и так понравился детям. Почему такая инициатива? Да просто потому, что у нас замечательный творческий коллектив. Люди в нем работают не только в сфере своей профессиональной деятельности, но и над своими талантами, стремятся их реализовывать. И вот так это проявляется. Детский спектакль – не единственное проявление творчества сотрудников компании. Каждый праздник они стараются провести по-особенному. Говорят, после такого открывается второе дыхание, и на работу идешь с новыми силами.